Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Литературный перевод. Комментарий Его Божественной Милости Ачья Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Шукадева Госвами продолжал. Выслушав посланцев Ямараджи, слуги Васудевы улыбнулись и отвечали им своими громоподобными голосами. Еще раз. Шукадева Госвами продолжал. Выслушав посланцев Ямараджи, слуги Васудевы улыбнулись и отвечали им своими громоподобными голосами. Комментарии. Ямадутов поразило, что столь благородные на вид вишнудуты мешали совершиться суду Ямараджи. Вишнудуты, в свою очередь, были удивлены тем, что ямадуты, объявившие себя слугами Ямараджи, величайшего знатока религиозных заповедей, не умели руководствоваться принципами религии в своих действиях. Вишнудуты улыбнулись, подумав, что за вздор они говорят. Если они и в самом деле слуги Ямараджи, то должны знать, что не имеют права забирать Аджамилу. Конец комментария. Агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурна милитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ена бутале своям рупа кадамахьям дадачи свападантикам вандайхам шри гурук шри юта падакамалам шри гурун вайшнавамща шри рупам сараджатам сахагана рагунатам витам там садживам Садвайтам Савадгутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Хе Кришна Каруна Синду Дина Бангу Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намосупте Тапта Канчана Гауранге Ради Вринда Ванешвари Вишабхану Сута Деви Пранамами Хари Прием Ванчакалпатарубьяхча, Крипа Синдубьяевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнабебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васати Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, сегодня продолжаем историю Аджамилы, песни 6, 1 глава, текст 37. Шукадева Госвами продолжал, выслушав посланцев Ямараджи, слуги Васудевы улыбнулись и отвечали им своими громоподобными голосами. Здесь комментарии, так же как в предыдущих нескольких стихах, 34-м Шрила Прабхупада говорил также про такую расу, вид взаимоотношений, как абхута, удивление. Но в тот раз удивились ямадуты, а в этот, вернее, в тот раз удивились вишнудуты, а в данном случае... Нет, я извиняюсь. Тогда ямадуты удивились, а здесь вишнудуты, в свою очередь, были удивлены тем, что ямадуты, вроде бы приличные, культурно выглядящие, образованные с виду, как они думали, что только с виду, но
Они думали, я ничего не путаю преданные. Вишнудуты, в свою очередь, были удивлены тем, что ямадуты, объявившие себя слугами Ямараджи, величайшего знатока религиозных заповедей, не умели руководствоваться принципами религии в своих действиях. Вишнудуты улыбнулись, подумав, что за вздор они говорят. Если они в самом деле слуги Ямараджи, то должны знать, что не имеют права забирать Аджамилу. А в предыдущих текстах как раз они думали, ямадуты, смотря на вишнудутов, думают, что такое, вроде бы культурные люди, а не дают нам исполнить волю Ямараджи, величайшего знатока религиозных принципов. И что это за религиозные принципы? Все ведические писания, они сводятся к двум самым главным религиозным принципам. Смартавьякса татам вишнур. Каждый человек должен всегда помнить, научиться всегда помнить и никогда не забывать о Кришне. Об этом говорится в Бхагаватам. И цитата Падмапурана, это стих из Падмапураны. Говорит, что Кришна – источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о нем и не забывать его, ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам. Сейчас там кто-то закончит и разговаривает, я продолжу. Шрила Прабхупада, он говорит о том, что самым простым методом памятование и исполнение этого религиозного принципа является повторение святого имени. Дает рекомендацию Шрила Прабхупада, говорит, что каждый преданный, он как ему всегда памятовать о Господе и защитить свое сознание от влияния материальной энергии? Сразу же после пробуждения, а пробуждаться нужно в предрассветный час, называемый Брахма-мухуртой, нужно встав сразу произнести Хари Кришна Маха-мантру. Или Шрила Прабхупада дает скидочку, или хотя бы Кришна, Кришна, Кришна. Плюс к этому следует пропеть несколько шлок или молитв. И таким образом человек будет всегда памятовать о Кришне, и он будет защищен. Прабхупада вообще, он дает благословение, Ачарья дает благословение всем тем, кто будет исполнять такую простую рекомендацию. Он говорит, что сразу же человек такой, он освещается и становится неподвластным влиянию материальной энергии. И здесь вот эти беседы происходят между ямадутами и вишнудутами. И иногда, когда мы встречаем представителей Ямараджи, мы можем быть сбиты с толку. Да? Ну, если можно так представить, что тут мы идем, раз Ямараджи встретили, а это такие необычные у них вид, внешность, и она нас может удивить. На улице люди встречаются, находящихся под разными гунами, иногда прям смотришь, и прям сердце сжимается и от страха, и от боли, и от, сразу же и от сострадания, и от всего вместе. Думаю, вчера тоже мы с Падакамалой Прабху уже вечером вышли, и так удивительно, столько раз проявилось. Два парня лет 25 до 30, одетых в грязных одеждах, такие разные ботинки порванные, такие, знаете, шапки непонятные, и но их отношения друг с другом они удивили, они так обнимались и радовались друг другу, как будто вот влюбленные прям. И один другому дал сигарету, а тот говорит, а у меня нету чем прикурить. Он говорит, сейчас я тебе дам. И такой дает зажигалку, прикуривает, и они такие. И я за этим всем наблюдаю, и видно, что они не в совсем трезвом состоянии. И вот наполняет сознание огромное количество, целый букет этих эмоций, впечатлений, не знаю, что сострадать этой картине или радоваться этому. Вроде бы есть отношения, и все люди живут ради отношений, может быть, даже не подозревая об этом. Или как бы, вот понятно, что они весь день шлялись где-то и пытались, возможно, что-то себе найти. И вдруг они заканчивают обниматься и начинают куда-то идти, и причем в мою сторону. Я думал, я стою и на них смотрел прям. Я думаю, ну сейчас обойдут и пойдут своей дорогой. А они прям ко мне так впритык, лицом к лицу.
Я думаю, что сейчас интересное будет, что они сразу ударят меня или что будет. Который час, подскажете? Я такой смотрю, думаю, телефон не буду доставать на всякий случай. Смотри, смотрю по сторонам, где бы время посмотреть. А там это было возле остановки на Озерке. И там табло висит с названием остановки, и там время показывают. И я четко говорю, 18 часов 36 минут. И, ух ты, прям как часы говорите, говорящие. Я говорю, да, Хари Кришна. Что? Хари Кришна. А, Хари Кришна. Да, Хари Кришна. Они такие заулыбались. Я достал из кармана просадик, маха просадик. Алупатру позавчера делали, в фольге завернуто, я ему так угостил. Вот вам угощение. Только смотрите, не поделитесь, поделитесь. Конечно, поделимся, мы с друг другом. Мы как братья такие. И пошли дальше. Или как у нас была история тоже на Харинаме. Была Харинама в центре города, это перед первым карантином. Вроде бы было мрачно на улице, и люди такие уже испуганные карантином, эпидемией. И было сыро, небо затянуто облаками, но Харинама была очень экстатическая, она поддавала жару, вот эта обстановка, она, святое имя очень проявлялась, потому что было понимание, что больше нечего принимать прибежище, кроме как у святого имени. И мы пели, и подошли к Варасу на Европейской площади. Из магазина вышел мужчина, он пил не безалкогольный напиток, и он такой пил, потом его куда-то, по-моему, даже с ним, он сначала на месте начал пританцовывать, и потом Харинаму остановили, ведущий Кундакуранга Прабу начал приглашать его, говорит, давайте с нами, а он такой в танце, в экстазе, он говорит, а я уже с вами. И была Харинама, и он так танцевал, и удивительно, такое ощущение, как будто он репетировал уже не один месяц, вот прям как вайшнав, прям нога в ногу, так удивительный танец был. И потом, когда мы уже остановились, он говорит, ну вы даете, что это такое? Говорит такой, я уже не хочу этого, пошел, выбросил в мусорник свою бутылку. Он говорит, я вышел из магазина, я был готов всех проклинать и ненавидеть, а теперь мне хочется всех любить, что вы со мной сделали? И мне больше уже не хочется идти туда, куда я шел. Я такой, дзин-дзин-дзин-дзин, начинает телефон звенить у него. И он такой поднимает, я даже не хочу отвечать на телефон, спрятал телефон. И такой начал прославлять преданных. И вдруг в это время, вот подобно тому, как ямадуты такие, приходят два мужика, и такой под руки их, этого мужика под руки взяли, все, давай, Федя, пошли. И он такой, как вот это Вицин, помните, такой, и ничего не может сделать. И мы такие смотрим на него, и тоже непонятно, как, ну, вроде человек с улицы, а они вот вроде как у них отношения какие-то есть, и он все не смог ничего ответить, ни им, и поскольку не было отношений с преданными, он не смог даже попросить прибежище. Ну и мы тоже не знаем, как себя вести. У нас было две реализации тогда, и они увели его, все куда-то за угол такие и ушли. У нас была тоже такая двоякая реализация, что, во-первых, если бы у него были отношения с преданными, если бы преданные его знали, а он преданных знал, то они бы не дали бы ему уйти. Как бы мы сказали, куда вы Федю повели, это наш человек. Вот, но поскольку не было отношений, а у него были отношения с представителями, ну, с одной точки зрения, ямадутов, то они его увели. Но была другая реализация еще одного преданного, который тоже... Или участвовал в этой харинаме, или ему просто рассказали эту лилу. И он сказал, откуда вы знаете, что это представители ямадутов, которые увели. А может быть, его еще, когда он начал прославлять, ведущий киртана, он говорит, повтори гауранга. И он такой с воздетыми руками, гауранга, воспел святое имя. И преданные харибол сразу его поддержали. И... Поэтому есть еще вторая точка зрения о том, что, может быть, он настолько искренне воззвал, что вот в эти образы двух этих человека, а мы просто, поскольку несовершенные еще, нам показалось, что это представители ямадута, а может быть, это Гауранга Нитянанда пришли в таких обликах. Но вывод в любом случае, что нужно всегда воспевать святые имена и памятовать о Господе, и тогда мы будем защищены. Была история, как... Однажды Вала Бабата сказала Адвайте Ачарье,
что каждое живое существо, оно представляет женскую природу, пракрити, а Кришна, он мужское начало и является мужем для всех жен, для всех живых существ, представляет. И он говорит Адвайте Ачарье, что целомудренная жена никогда не должна произносить имя своего мужа. Но все вы повторяете имя Кришны. Какой заповеди религии вы следуете? На что Адвайта Ачарья ответил: дорогой Валабха, здесь перед тобой сейчас стоит, находится олицетворение всех религиозных заповедей. Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Ты лучше спроси у него, и он тебе даст совершенный ответ. И услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху ответил: мой дорогой Валабха Бхата, ты не знаешь законов религии. Так же, как Вишнудуты сейчас подумали о Ямадутах. Главная обязанность целомудренной жены во всем непрекословно следовать за мужем. И муж Кришна, он хочет, чтобы все мы повторяли святые имена. Поэтому тот, кто предан своему супругу Кришне, должен повторять имя Господа, ибо жена никогда не должна нарушать волю мужа. Следуя этой религиозной заповеди, чистый преданный Господа Кришны всегда повторяет святые имена. Это приносит ему плод экстатической любви к Кришне. Святое имя – самое главное наше прибежище во всех случаях жизни. Оно абсолютно универсально. Есть этот момент, тоже фрагмент очень интересный, когда вишнудуты прилетели за Друвой Махараджем, когда он уже исполнил все свои обязанности, и они прилетели для того, чтобы его забрать уже в духовный мир. А Друва Махарадж, увидев вишнудутов, он тоже, видно, немножко проявил адбхуту, удивление, и он растерялся, думал: о боже, представители самого Верховного Господа Нараяны сейчас пришли тут. Растерялся, и он не понял, как правильно их приветствовать. Он просто поклонился им и начал повторять святые имена. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, начал повторять Хари Кришна. Хари Кришна Махамантру. И реакция вишнудутов была очень благоприятной и радостной. Несмотря на то, что Друва Махарадж забыл о том, как правильно приветствовать таких личностей, благодаря тому, что он начал воспевать святые имена, вишнудуты были очень счастливы. И Прабхупада в комментарии к этому тексту, он говорит: таково могущество святого имени, настолько оно универсально, что мы можем им пользоваться во всех случаях. И в случаях радостных, когда мы счастливы встречать ямадутов, мы же рады, ну, как для преданных, потому что понимают, ямадут, слуги ямараджи, ямараджа, махаджан, ну, и либо же вишнудутов мы встречаем. Для кого-то, может, не самое радостное расставаться с близкими преданными. Там другие преданные. Преданные будут и этому радоваться также. И памятование о Господе, оно дает возможность быть удовлетворенным и счастливым во всех случаях жизни. Ибо же, если мы не помним о нем и в целом и всю тату, всю истину о Господе, о том, что и травинки в этом мире не шелохнется без Него, и все в этом мире абсолютно совершенно и справедливо. И поведение преданных, которые рядом с нами, и нам может иногда казаться, ну почему он так ведет? Ну там, разве так ведут себя старшие? Или разве так себя ведут младшие по отношению к старшим? Ну и так далее. Много может быть и мнений, но когда преданный памятует о Господе, то он способен из любой ситуации извлечь для себя урок, который поможет ему стать ближе к Кришне, проявить смирение. И какой критерий этого? Шрила Прабхупада во второй песне говорит о единственном критерии правильного слушания. Это просветление. И он приводит пример, подобно тому, как человек, когда ест, он становится сытым.
или ему не нужны никакие доказательства о том, что он наелся. Точно так же соприкосновение с Кришной, правильное слушание, это означает соприкоснуться с Бхагаватом. Мы читаем стихи с Бхагаватом, и вот это просветление, состояние воодушевленности приходит. И критерий правильного отношения к ситуациям, в которых мы относимся, это тоже вот этот элемент просветления, вдохновения или энтузиазма, который утверждает нас в том, что да, я все равно хочу идти по этому пути. Даже если внешне объективно нам кажется, вернее, не, ну да, с внешней точки зрения может казаться, что что-то несправедливо, но преданное он переводит все в сторону того, чтобы стать ближе к Кришне, счастливее, чище. И преданные спрашивают иногда, каково правильное настроение в проповеди. Ну, сейчас марафон, в частности, на Санкиртане. И такой один из критериев правильного настроения в проповеди, когда мы обращаемся к людям, и мы встречаем разные абсолютно реакции со стороны людей. И когда мы способны любую реакцию человека, берет он книгу, не берет, посылает он нас на 3 буквы или на 5 букв, или еще на какое-то там, на несколько предложений. Если у преданного внутри сохраняется вдохновение, энтузиазм продолжать проповедовать, там такое состояние, оно состоит из двух составляющих. С одной стороны, если, к примеру, проповедник получает отказ, либо даже агрессию определенную, с одной стороны, он чувствует боль или какое-то раскаяние, отчаяние, и одновременно с этим его энтузиазм не становится меньше, он все равно хочет проповедовать, то это вот такая синергия этих двух, таких вроде бы как с одной стороны раскаяние и такое отчаяние, что человек не взял книгу или там он его куда-то отправил, явно не за хлебом. И вроде бы должно было бы уйти вдохновение, но вдохновение не уходит, он все равно хочет продолжать. И вот эта первая сторона, она позволяет ему стать немножко смиренней, раскаяться в том, что он не является тем совершенным инструментом в руках Кришны, который может зацепить сердце каждого. Он раскаивается, Господь, вот такой я вот еще не очень проповедник. И поскольку у него есть это памятование о Господе, то сохраняется его вдохновение, и он может продолжать проповедовать. И преданный недавно рассказывал, он где-то около 5 или 7 лет практикует, и вот только сейчас в этот марафон, по милости другого преданного, он прославлял Олега Штанько, говорит, вот благодаря ему я наконец-то вышел на Санкиртану. А он такой экстремальный преданный, он любит экстремальные разные виды спорта, и он в этом раньше черпал великое счастье, какое-то вдохновение, вот какие-то адреналин в кровь выходит, и он такой вдохновленный. Он сейчас начал выходить на Санкиртану, и он говорит, я вообще поражен, как-то так. Столько всего я раньше пробовал для того, чтобы испытать какие-то вот эти переживания. Тут ты просто берешь книги, выходишь на улицы, и все перекрывается. Вот все прошлые эти опыты, реализации, все то уже становится неинтересным. И он говорит, я вышел на Санкиртану недавно, мне начал делиться. Он говорит, и я обратился к первому человеку, и он так расположенно ответил мне, и он взял книгу, дал пожертвование, причем, по-моему, даже большую какую-то книгу, и это так внутренне так наполнило, то есть не извне приходит счастье, а это изнутри. Преданный делится, я вчера вот тоже с преданным общался, я у него спрашивал, а зачем вы выходите на Санкиртану? Преданный уже больше 20 лет продолжает проповедовать нитям, так же, как нам надо помнить о святом имени, нитям. И он уже так вот непрестанно выходит на проповедь. Я спросил о мотиве, зачем он говорит, ну, чтобы Прабхупаду порадовать, отблагодарить его. А как вы узнаете, что Прабхупада доволен, ну, и что вы его отблагодарили? Он говорит, а когда мы действуем таким образом, то приходит уверенность внутри, такая решимость и удовлетворение в сердце. Я говорю, вот здесь вот? Он говорит, да. Ну, вот когда вот этот контакт происходит с тем, что мы в правильном настроении занимаемся служением, то
как говорится, прокачивается сердечная чакра, ее можно прям ощутить, как она начинает раскручиваться на физическом уровне. И он говорит: о, так я слышал то же самое от многих преданных санкиртаны. Доказывает то, что вот этот принцип удовлетворения, то есть и преданные не чувствуют, и доказывает то, что Господь живет в сердце каждого живого существа. И когда он доволен, когда доволен Прабхупада, доволен Кришна, и он наполняет изнутри этим сиянием, и люди, они как раз же на улице, они отвечают на это сияние, если оно есть. Зачастую его может не быть, но когда оно есть, то преданные сразу видят другой уровень проповеди. Одно дело, когда мы там словами что-то говорим, и мы можем супер там четко философию передавать, а людей не цепляют, неинтересно. Как здесь мы тоже на Бхагаватам когда-то обсуждали этот вопрос, преданный задал вопрос, как человеку на улице кратко объяснить, что чувственные страдания приводят к страданиям, а только лишь служение Творцу, Всевышнему, Богу может принести истинное удовлетворение. Были разные варианты ответов, и Гаура Рай Прабху дал ответ, который вот прямо в десяточку. Он говорит: а просто когда человек, когда преданный он в Ананде, когда он счастлив, то ему не нужно там что-то там много рассказывать. Он пару слов говорит, и человек понимает: да, я тоже хочу. Я ничего не понимаю, что он говорит, но я тоже хочу так. Это доказательство того, что есть это правильное умонастроение. И вот преданный, возвращаемся к преданному, он вышел, первый человек взял книгу, он обращается дальше там, и второй взял, и потом, ну, кто-то там отказывает, а его это не цепляет, ну, и вообще, в принципе, берут книги, и он думает: вау, Господь милостивый такой, спасибо, Господь, и продолжает брать книги, он думает: вот это да, какой я, вообще, я понял санкиртану, я понял принцип санкиртаны, какой я классный, супер, у меня получается распространять. И проходит небольшой промежуток времени, и такой видит, что все, внутри полная пустота, книги перестали брать, до этого он удивлялся, у него он проявлял эту расу адбхуты, удивление, он удивлялся тому, как он отвечает людям на их вопросы. Он говорит: я так сам наблюдает за собой и понимает, что я так никогда не разговаривал и не проповедовал. А тут все отрубило, уже двух слов не может связать, и, как бы, и люди такие, как бы, смотрят на него с холодком таким, мягко сказать, с холодком. Он начал думать, что ж такое, что произошло, и он четко увидел, что он забыл о Кришне. Он начал думать о том, что это я такой классный, это я уже проповедник, я знаю, что говорить людям, и все. И он понял, и он говорит: вот 7 лет практики и 1 час санкиртаны. Говорит, они мне не дали столько, сколько дал 1 час проповеди, такой живой. И вывод какой? Вывод о том, что всегда нужно помнить о святом имени и о Кришне. И самый простой метод памятования – это повторение святого имени. И Чайтанья Махапрабху он обучал тому же самому, говоря: «Тринада пису нечината, рора пису кишнана, амани намананана, киртани сада хари». Сада, всегда киртани, совершать воспевание, прославление святого имени. Поэтому, когда мы совершаем преданное служение, какое бы мы служение ни совершали здесь, в храме, поклоняемся божествам, плетем гирлянды, моем полы, моем посуду, готовим просад, общаемся с преданными, во всех ангах важно помнить о Господе, о том, что мы сами не можем выполнять служение, но мы можем быть помощниками своего духовного учителя, представителями старших преданных или представителями Шилы Прабхупады. И благодаря этому сохраняется вот этот огонек внутренний, и им есть возможность делиться с другими. Хари Кришна. Есть дополнения, вопросы? Хари Кришна. Спасибо за интересные истории, которые иллюстрируют силу проповеди и святого имени. Ну, а вот насчет Аджамилы.
нас на протяжении последних нескольких дней продолжается обсуждение его греховности, и его греховность кажется не всем убедительной. Некоторые говорят, ну почему, идеальный семьянин? Нормальный семьянин, да? Да, семью не бросил, деньги добывает. 10 детей. 10 детей. То есть по праву может говорить про традиционные ценности. Не просто голословно, 10 детей поддерживает. А тут он у нас представлен как самый падший из падших. Что мы на это можем сказать? Когда было прославление Джамилы, вот буквально в воскресенье, если не ошибаюсь, говорилось, что по меркам современного мира он может показаться вот хорошим таким человеком. Что... Тут смотря какие части рассматривать его жизни и какие аспекты его поведения. То есть с точки зрения семьянина, того, что он не оставил жену, у него 10 детей, он любил вплоть до последнего. Чем дальше, тем больше еще любил. Нараяну он любил больше всего, говорится. В обычных семьях тоже так часто бывает, что младших детей их почему-то больше любят. Да? Так у кого есть дети? Но с точки зрения того, как он поддерживал, вот там уже это не совсем было благочестивые методы, и в предыдущих текстах говорилось о том, что он чем он занимался и в чем же его греховность проявлялась. Сейчас мы можем попробовать найти. Да. Этот падший браман Аджамила причинял другим немало зла, промышляя воровством, разбоем и нечестной игрой в кости. Этим он зарабатывал на жизнь и содержал свою семью. Так, мой царь, в заботах о жене и сыновьях текла его порочная жизнь. И вот ему исполнилось 88 лет. Здесь вот сейчас мне тоже пришло такое понимание. Ну, во-первых, здесь вот в комментарии Шрила Прабхупада говорит, этот стих показывает, до чего могут довести недозволенные половые отношения. На такие отношения не согласилась бы ни одна благородная целомудренная жена. Они возможны только с распутными шудрами. Чем спокойнее общество взирает на распущенность нравов, тем больше в нем появляется мошенников, воров, грабителей, пьяниц и тому подобное. Здесь говорится о том, что вот у него 10 детей, но насколько они были жданными, вот этот вопрос. В этом была его один из типов греховностей проявления. Ну, потом, да, вот сами методы зарабатывания тоже нечистые. И это один момент. А другой еще момент, когда человек обретает знание о том, каким образом следует жить, и не следует этому. Об этом же, в принципе, и говорится. Каким образом он ему удалось повторить, позвать чисто Нараяну. Потому что он не совершал оскорбления, он не оскорблял преданных, он не оскорблял вайшнавов, а потому что у него не было отношений с ними. А когда у человека есть уже отношения с преданными, на него налагается больше ответственности. Легче не оскорблять, очень даже легко, вообще не проблема, не оскорблять того, кого ты не знаешь. Ну, как ты его оскорбишь? Но когда у тебя есть уже отношения с преданными, то тут уже есть ответственность развивать в себе сознательность. Потому что вообще не нужно, абсолютно разума не нужно для того, чтобы критиковать преданных. Находить недостатки. Вообще не проблема. Просто расслабиться, смотреть на окружающих и все, и пошло.
Этот не так ходит, этот не так делает, этот не исполняет свои обязанности, а этот чужие обязанности, ну и так далее и тому подобное. И для того, чтобы уважать преданных, для этого нужно уже проявлять сознательность. Поэтому на преданных возлагается больше ответственности. И также здесь, поскольку он был браман, и он был знаком с религиозными предписаниями, на него уже возлагалась эта ответственность соответствовать религиозным принципам, а он этого не стал делать. Вот. Как одобрится такое? Хари Кришна. Но вайшнав, он способен учиться у каждого. И у Джамилы он тоже может научиться. Не только там, пред смертью вспомнить Нараяна, а вот брать ответственность за семью, за воспитание детей. Я не знаю, насколько он воспитывал, но, по крайней мере, не бросать, а до последнего быть с семьей. Еще пару историй с Санкиртаны. И пойдем дальше. Очень сильно вдохновляет проявление золотой эпохи, вкрапление по милости читания Махапрабху. Это на самом деле так поражает и удивляет. Кстати, касательно ценности преданных. И ценности святого имени, и ценности всего, что сделал Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада. Я замечаю, что иногда просто мы так съезжаем, я, по крайней мере, съезжаю на согласие того, что, ну, как бы уже такое, само собой принимается, что у нас в городе каждую неделю воспеваются святые имена на улицах, прямо в центре города. Каждый день сейчас вот марафон, каждый день совершается Санкиртана Ягья. Преданные выходят, пусть немного выходят, не намного времени может быть и немного преданных, но тем не менее не выходит и совершается эта ягья. И люди узнают святые имена, они знают уже о святых именах. И это очень вообще так воодушевляет, когда вот мы вспоминаем и не принимаем это как само собой разумеющееся. Потому что вот Шрила Прабхупада там 50 с небольшим лет назад, он отправился в Америку, и там практически никто не знал о святых именах. Никто не знал ни Харе, ни Кришна, ни Рама, ничего никто не знал. А сейчас, настолько удивительно, проходил мимо по Карла Маркса репортер кафе или даже ресторан. Насколько знаю, что раньше считалось такой одним из самых крутых ресторанов, и где сидели самые крутые дяди, тети и так далее. И оттуда выходят два представителя как раз из такого сословия. Вышли такие, сигарету закурили, я мимо как раз прохожу и слышу, что они друг другу говорят: ну что, пойдем пройдемся по своему родному Днепру. А я говорю: а вы что, уже не здесь, не в Днепре? И, ну, так просто так задал им вопрос. Они уже уходят, я им так уже вдогоночку спросил, они переходят Карла Маркса, и они мне так тоже голову поворачивают и кричат: а что тут делать? И я им: Хари Кришна повторять. И они идут, и он такой в одной руке сигарета, в другую руку поднимает спонтанно: Хари Кришна, Хари Рама. И идут дальше. То есть он даже не остановился на Хари Кришна, он еще продолжил: Хари Кришна, Хари Рама. Меня так накрыло в тот момент, думаю: боже мой, ну как бы вот люди, они не следуют заповедям, хотя вот это следует в какой-то момент. Но они знают Махамантру, может быть, не всю, но частями они знают. И недавно в Мост-Сити были с Мукунагуранга Прабу, подошли к женщине, культурно очень так прилично одета женщина, лет 40 плюс-минус. Подошли, начали общаться, и потом задаем вопрос: а вы про Веды знаете что-то? Она говорит: да, конечно, знаем про Веды. А кто сейчас про Веды не знает? Такие: о, интересно. А откуда знаете? Читаете, либо слушаете, что больше? Не, читать я практически ничего не читал, но лекции слушаю. А какие лекции? Ну как какие? Всех слушаем. Хакимова слушаем, Тарсунова слушаем, Сатю слушаем. У меня все подруги слушают.
Мы такие, о, еще интереснее, да. Потом тоже что-то общаемся. А путешествие домой читали? Да, конечно, читали. Все мои подруги читали, и все сотрудники мои читали. А путешествие к себе? А что это такое? Это вторая часть путешествия домой. О, не читали. А как получить? Ну, давайте телефон, сейчас кинем вам ссылочку. Взяли телефон. И что интересно? Интересно, что начали спрашивать, а вы общались когда-то с преданными? А вы знаете, что есть здесь храм ведический в городе? Не знаю, с преданными. А кто такие преданные? Ну, вернее, как она, может, она не сказала, кто такие преданные, но общения живого говорить не было. И сколько людей таких вокруг уже практически готовы к тому, чтобы уже сближаться, узнавать больше о славе святого имени и практиковать. А эти истории из Санкиртана, когда преданные выезжали, по селам проповедовали, встречали, там, помню, встретили какого-то пенсионера, который тоже никогда не общался с преданными, но там уже много-много лет повторяет Хари Кришна мантру на четках, и он показывал свой мешочек, ну, он где-то услышал о том, что должен быть мешочек, но магазина в ведомарке-то нету, и у него такой мешочек квадратный. Квадратный такой. И сколько таких людей? Огромное количество, и практически каждый день, если распространяешь, проповедуешь хотя бы там пару часиков, то встречаются люди, которые очень расположены, и они хотят узнавать больше. Ну, кто-то хочет, кто-то еще такой аккуратненько так присматривается, как бы у него еще не сошлись эти пазлы, что веды и кришнаиты – это одно целое, не разорвешь это. Или что Тарсунов, Хакимов – это одно целое с кришнаитами. То важно выходить и получать этот опыт, это удивительный опыт, он мало с чем сравнимый. Зачем себя ограничивать, если есть такая возможность? Если есть, конечно. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, спасибо большое, всем хорошего продолжения марафона Шрилы Прабхупады. У нас сегодня буквально экватор, середина марафона. Поэтому есть еще возможность соприкоснуться с милостью Чайтаньи Махапрабху, с милостью Шрилы Прабхупады. Я очень сильно благодарен преданным, которые здесь помогают по служениям в храме, все здесь организовывают, занимаются всеми видами служениями, и которые преданные живут в храме, и многие преданные сейчас из общины приходят, тоже делают свой вклад. Не было бы всех вас, и мы бы не могли выходить и наполняться этой анандой. Спасибо всем. Хари Кришна. Так по-разному. Вопрос, какой глубже опыт, когда мы танцуем или распространяем? В моей практике опыт больше тогда, когда происходит вовлечение в санкиртану. Когда происходит вовлечение, вот это дает самый большой опыт. Причем независимо от того, что мы делаем. Мы распространяем, танцуем или моем кухню Кришны. Напомню, мыли кухню Кришны и как-то так что-то закрутило, завертело и начали преданных вовлекать. Там не так много было мыть, но преданных, это было после какого-то праздника. И преданные начали подсоединяться, и такой экстаз начался. Просто вообще прямо начало накрывать. И вот я думаю, что знакомая какая-то раса, какой-то вкус прям такой знакомый. Я вижу, что даже в голосе вибрации изменились. А в санкиртане, в проповеди, оно, когда вот входишь в это настроение определенное, инструмента в руках Господа, то даже голос меняется. И я вижу, там вроде бы не на улице, не на санкиртане, не распространяю книги, а мою там кастрюли, пол мою. А вижу, что у меня вот прям что-то внутреннее настроение меняется. Я думаю, где-то я это видел, Начинаю вспоминать, так это же санкиртана на кухне произошла. И точно так же вот мы можем танцевать, но если у нас есть медитация того, чтобы вовлекать преданных, других людей, которые еще не вспомнили о том, что они преданные, то это гарантирует больше и более глубокий опыт, чем если мы танцуем «я и Кришна», «я для Кришны», или распространяем вот, «я и все», «я и я», для того, чтобы какой-то результат сделать, или для того, чтобы испытать ананду,
для своего счастья, то это не столь глубокий опыт, чем когда мы хотим вовлечь людей. Я помню тоже этот метод, вообще тоже очень глубокий опыт, когда мы распространяем книги, и не только сам человек берет книги для себя, а когда мы ему еще даем комплект, говорит, вот эта книга для тебя, скоро праздники ж будут, а это подари лучшим друзьям своим. И вот в этот момент еще более глубокий опыт, когда получается других вовлечь в санкиртану. Это вообще очень круто. Харе Кришна, спасибо, дорогие вайшнавы, надо бежать.